Средний размер автокредита в Нижегородской области за первое полугодие увеличился на 16%, составив 598 тысяч рублей. По данному показателю регион занял 4-е место среди 30 субъектов-лидеров по объемам автокредитования. Первые строчки достались Новосибирской, Кемеровской и Волгоградской областям, а самый наименьший рост зафиксирован в Пермском крае, Саратовской и Свердловской областях. В целом по стране средний размер автокредита составил 681,5 тысячи рублей, увеличившись за год на 10,7% или на 66 тысяч рублей. При этом, по данным аналитического агентства «Автостат», средняя цена нового автомобиля за это же время выросла на 3,3% и составила на 1 июля этого года 1 миллион 336 тысяч рублей. Средний размер автокредитов растет не только по причине удорожания импортных автомобилей. На наш взгляд, на рост среднего размера займа прежде всего повлияло значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков. Это привело к вымыванию из кредитного процесса высокорискованных заемщиков с низкими или нестабильными доходами, а также с плохой кредитной историей. При этом банки охотно кредитуют граждан, чья кредитная история не вызывает у них вопросов и чьи доходы находятся на стабильно более высоком уровне, пояснил причину роста генеральный директор Национального бюро кредитных историй Александр Викулин.